Ну, привет, друзья! Я проснулась уже, привела себя в порядок. Правда, уже 8 часов, я так поздно не выхожу из дома. Вот. Но сейчас я собираюсь на завтрак, потом я думаю сегодня поехать в Петергоф, потому что вроде бы обещают пусть облачная погода, но хотя бы без осадков. Вы знаете, на улице похолодало, поэтому пришлось вернуться переодеться. Спасибо. Только спустилась во двор. Вот. И даже на голову придется что-то мудрить с шарфом, потому что сильный ветер. В общем, на улице прохладно, ветер. Солнышка нет. А я отправляюсь в Петергоф. Сейчас пойду на метро, доеду до автобуса, а оттуда маршруткой вперед с песней. Посмотрите, как изменилась одежда. Город посерел. В принципе, сейчас 10 градусов, все бы ничего, если бы не ветер. Ветер, конечно, сильный. Ну, посмотрим, что меня ждет в Петергофе. Вот, пожалуйста, уже авария. Потому что носятся здесь. Ого-го, как. Ну, как всегда, все торопятся на тот свет, несмотря на то, что зеленый. Можно переходить спокойно. А я захожу в метро. Буду вспоминать снова и снова. Придется идти до гостиного двора, потому что с этой стороны только выход, оказывается. Раньше такого не было. Был и вход, и выход. Посмотрите, какой костел. Красивый, между домами. А это бывшая городская ратуша, но сейчас не знаю, что, конечно. Город украшен Виват Петербург, потому что будет день города 26-27 числа. А я иду дальше. Посмотрите, какая прикольная витрина. Летающие матрешки. Смотрится здорово. И вот я снова в метро спускаюсь. С той стороны люди поднимаются. Много людей. Продолжаю путешествие. Сейчас я гляну. Сейчас я гляну, куда мне идти и что мне делать. Я доехала до технологического института. Теперь мне нужно автово. Сейчас мне нужно найти, куда мне идти. Это красная линия. Да. Как же узнать, эта электричка куда идет? Сейчас спрошу. Я еду в новом вагончике. На это направление не так много людей. А вагоны чистые, хорошие, красивые. Такие вот указатели. Направление. Ну и, естественно, каждая остановка отмечена. Вот такая красивая остановка. Нарвская. В советском стиле сделана. А дальше будет Кировский завод. Следующая станция будет моя. Посмотрим, какая она. Я там никогда не была. Так, теперь надо выяснить.
объяснить, куда мне идти. Посмотрите, какая красота. А я иду на выход. Посмотрите, это стеклянные колонны с металлической отделкой. Боже, какая красота. Вот это да. Таких колонн, посмотрите, много. Снимать на перроне очень сложно, потому что с двух сторон практически одномоментно одна за другой идут электрички. Но там очень красиво. Я поднимаюсь вот по такой красивой лестнице. Стены одеты в мрамор, вот такие вот светильники. Шикарные перила. Оказывается, это очень красивая станция. Какой зал великолепный. Это вход в эту станцию. Я вышла из метро, и мне теперь нужно найти автобус 424 до Петергофа. Ну вот я села на маршрутку. Маршрутка стоит 70 рублей. В карточку маршрутка не входит. Ну, в принципе, мне это не актуально. Я знала, на что я иду. Ну и теперь еду в Петербург. Так понимаю, мы уже в Петергофе. Спасибо. И здесь такая церковь. Она вся в лесах, старинная. Сейчас поедем, посмотрим. Смотрите, какая церковь. Храм старый, весь в лесах. Я так понимаю, что это уже Петергоф. Ну вот, нас высадили. Я так понимаю, это уже забор верхнего парка. Сейчас я подхожу к воротам верхнего парка. Здесь вход бесплатный, но походу есть охрана. Сейчас пусть проверят сумки, потом я подключусь.